Спасибо. Я мусор. В буквальном смысле. Кажется, у меня нервный срыв. Не грусти, Кибун. Придумаешь, что соврать. А это к чему? Я сказала, что ее ресторан живет и процветает. И? Он уже пару месяцев закрыт. Херовато. Я хотела быть милой. Она так радовалась этой лжи. Заблуждения иногда утешают. Скажи ведь, лучшее время моего срока, пока я считала, что меня сдал кто-то другой. Будто Вселенная просто свела нас вместе. А потом ты поняла, что я дрянь, сдавшая тебя. Нет. Ну, то есть, да, сдала, и это херово. Но невидение, хоть и недолго, но было счастливым. Выложить друг другу всю правду, честно говорить о том дерьме, что мы натворили, а затем понять, что мы все еще друг другу нравимся. Вот что прекрасно. Гибкость человеческого духа и все такое. Это куда круче невидения. Серьезно. Что? В чем дело, Пайпер? Мой друг позвонил Дэви Крокету и сказал, что ты нарушила УДО. Ты позвонила моему инспектору по УДО? Ты повторяла, что в опасности? Чушь. Я хотела защитить. Сама знаешь, что это чушь. Еще какая. Мне так жаль. Но вот мы и выложили правду. И можем дальше нравиться. Да ты конченая. И ты прекратишь винить себя за то, что попала сюда. И начать винить тебя? Этим я должна сейчас заняться, чтобы ты сохранила контроль над ситуацией. Контроль? Алекс, у тебя был нервный срыв, который тебя не заводил, да? С депрессивными трахаться скучно. Такого допускать нельзя. Какая ты манипулирующая мразь.